«Поможем весне». Этот светлый и радостный лозунг объединяет в апрельский субботник очень многих людей. И совсем юных, и постарше. Традиционно в этот день в Щелковский парк культуры и отдыха на субботник приходят горожане всех возрастов. Для них это место одно из любимых. Здесь проходят районные праздники, великолепные торжества. И 1 мая, и 9 мая, и День всех влюбленных. Щелковцы хотят, чтобы их парк был красивым, чистым, просыпался после зимы, радуя всех нас своими раскидистыми тополями, ухоженными газонами, аккуратными аллеями. Наведение порядка здесь традиционно входит в широкую, с десятками адресов, программу общерайонного субботника. Мы сегодня на территории района проводим много полезных дел, да, много участков у нас будут убираться большими коллективами. Вот как пример, городской парк, где у нас более 200 участников. Клуб-навигатор на противоположной стороне Клязьме от парка. Также сегодня молодежь в количестве 100-150 человек будет работать на этой территории. Выходу на работу предшествует построение, где старшим групп ставятся задачи, раздается инвентарь, устанавливаются участки для работы. Руководит процессом заместитель председателя комитета по образованию районной администрации Евгений Свиридов. Сейчас мы начинаем вот от того сарайчика под названием кафе, выстраиваем. Вторая школа, потом дальше. Листья убирают с осени и всякий мусор, который не очень культурные люди кидали зимой, надеясь, что ничего не видно будет. Помимо учащихся из 5 школ города Щелково, в городской парк культуры и отдыха пришли и сотрудники завода «Мултон» компании «Кока-Кола Хеленик». Они живут здесь неподалеку и уже который год, с 2004-го, приходят сюда в конце апреля вместе со своими родными и близкими. Участвуют в субботнике и их дети. Они, собственно, в немалой степени и задают особый настрой своим папам и мамам. Радостное, веселое, весеннее настроение – это уже половина успеха от совместной работы. И тем более, что сегодня повезло с погодой. Погода будет прекрасная. Смотрите, какие красивые облака и распускающаяся природа. Вот тут остатки, маленькие остатки снега. Мы сегодня должны убрать весь мусор с тем, чтобы Первомай был людям красивый, чистый, приятный. Помог субботник навести порядок и на берегах Клязьмы. Вода в реке в этом году наконец стала выглядеть живой. Это большая радость для жителей. Берега Клязьмы возле парка тем более хочется видеть чистыми, с зеленой травой, на которую больше не упадет ни одна мусорная бутылка, банка, окурок. В целом, уборка в Щелковском районе прошла очень продуктивно. Всего было собрано более 275 тонн мусора. Андрей Цеханович, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».